у вас? Ответьте на вопрос. Я-то знал, что реабилитационный центр еду, но как мне сказали, что здесь санаторий, типа тебе понравится. Заеду внутрь, смотрю, телевизор, камеры, все там, решение. Я домой хочу, я не наркоман, ничего, просто домой хочу. Просто тупо вот, держат деньги, клянчут. Для чего это у вас? Скажите еще раз, ответьте на вопрос. Не для чего, да, мы лежали, для машины, наверное, лежали. Это для чего? Это чисто тогда. Я нахожусь в реабилитационном центре, попал сюда по из-за того, что недопонимания были с родными. То есть вы как бы не наркоман, не пьете? Нет, вживую даже наркотики никогда не видел. Так, а как вы сюда попали, вот этот момент, расскажите? Ну, брат позвонил, говорит, сказал, что с психологом хочет, психологу меня показать. И этот, надо поехать, пообщаться. Я говорю, я нормально все со мной. Я говорю, я на работе был на тот момент. Я-то знал, что в реабилитационный центр еду, но как мне сказали, что здесь санаторий, типа тебе понравится, я говорю, мне это не нужно, я не наркозависимый, я не алкоголик, я говорю, ничего. А сколько времени вы здесь находитесь? Почти 2.5 месяца. Я домой хочу, я не наркоман, ничего, просто домой хочу. Завели внутрь, смотрю, телевизор, камеры, все там, решения, эти всякие сертификаты, сфера, не понял, что за кухня вообще. Вот ты попал, говорит, сюда, у тебя там зависимость, там, третья, десятая. Я говорю, а чего мог быть, я замею, я не наркоман, я не алкоголик. Да, я выпивал, может, пью для себя. И вот в таком месте, вот у тебя родные там посчитали нужным, говорит, там, это то, остальное. Ну, думаю, ну, раз посчитали, наверное, ну, выдержу, да, там, мать, наверное, там, скажет, там, месяц, наверное, езжу там побыть. Вообще, честно говоря, мыслях было, первый месяц заберут, все. Смотрю, второй месяц проходит, третий начался уже, ни звонка не дают, ни услышать детей, ни позвонить, ни встречи не дают. Не знаю, тут какое лечение идет у людей. Просто тупо вот, держат деньги, клянчут, кто-то, наверное, там из наркомана там время проводит, может, кому-то это и нужно, я не знаю, но мне точно это, я не считаю нужным, чтобы я был тут, и это не лечение.